Chciałbym zapytać, ponieważ praktyka szamańska na pewno zajmuje, pochłania dużo energii. Chciałem zapytać, czy bycie szamanem wydłuża życie, skraca, czy na tle innych Tuwińczyków szamani żyją podobnie? Энергия от шамана. Я говорю, энергию достаешь с одной руки и отдаешь другой рукой человеку. Значит, ненасыщенная энергия. Раз есть воздух чистый, раз есть время, раз есть чистая вода. Вот. А если загрязненная вода, значит, меньше энергии. Вот. А если загрязненный воздух, меньше энергии. Вот. Все зависит от природы. А вот энергия, которую я трачу людям, это не укорачивает жизнь. Это наоборот, человек дает, шаман дает бодрость. Сколько лет вы думаете мне? Сколько мне лет? Вы сказали, что на чай 40 лет стать шаманом. Мне так, 63. 63 лета, 63. А мои сверстники уже старые, которые не шаманы. А шаманы, которые 70 лет, 80 лет у нас много. Но они лучше, чем молодые. Бегают, шаманят, обладают. Но шаманизм не надо бояться, чтобы эта энергия истратить туда и потом оборачивать здесь. Нет, наоборот, шаманизм. Эти духи, которые ты кормишь духов, ты, который этих духов благодаришь, этих духов, а те ответ тебе дают долголетие. Крещеный, но мне это не могу. Лишь бы человек сегодня, мясо и кости, я не был могу. Ему то не przeszkadza, jak ktoś przychodzi nawet tysiąc razy chrzczony i nie wierzy, to i tak pomoże. On nie przychodzi słowo. Razem zaczynamy się. Ja zaczynaję mówić, ty te wiery mnie nie mówisz. Nie ty tylko człowiek. Вот свои проблемы человек, и эти проблемы тебе решу. А если вспомнишь, то какой-то своего, ну вспоминай, ради Бога. Вот. Но я по-своему буду делать. Король говорит, что до него обращаются люди разных народовостей, разных знаниях и поглядах. Он говорит, что мне это не przeszkadza. Наважнейшее, чтобы был человек в своей кости и сказал, что ему долега. Я буду лечить, а как он будет приводить этого Бога, тому это не przeszkadza. Я вашего Бога не буду трогать. Вашего Бога не буду рушить. У нас живут староверы, древние староверы, которые разошлись в церкви. Но они мне помещают тоже лечить своих людей. А туда простой человек не зайти. А мне разрешают все это их лечить. Я им говорю, я вашего Бога не буду трогать, я буду разговаривать тупо эти вот река или сеть. Потом я тебе дам здоровье. Czy w Tuwińczyków mieszkają starorzędowcy, którzy dawno odeszli od swego kościoła, mieszkają dosyć hermetycznie. Obcy nigdy nie przeniknie do tego społeczeństwa. Zapraszają Karola, mówią, przyjdź i lecz nas. On powiedział, ok, przyjdę, wyleczę, waszego Boga ruszać nie będę. Ja będę rozmawiać z duchem rzeki Nisiej i będę pomagać. A szamanski trud to trudny trud. Jeśli człowiek boleje, его надо вести на носилках, например, такие священные, где источники воды, где деревья, и там
костер, пищу и просить духов воды, чтобы этого человека очистил и чтобы вернул здоровье. А ваши попы это никогда не сделают, они ленивые. Життя шамана, завод шамана з тяжким заводом. Не тільки треба чоловіка положити на нашій пшениці, дуже далеко ку вжеце, розпалити огінь, кармити цей огінь, негоціювати духами, щоб духи привернули здоров'я чоловікові. Вже посвятити себе, просто потрапити честь на далекі відлегості. Вонці, щоб ваші лікарі хотіли б робити то за ним. Они даже вас больных трогать боятся, чтобы не прихватить порчи. А шамана это все ладит, там пассажирует, там разные дела, он не боится. Василь каже, навіть боїмося дотикати хворого, боїмося закалити. Шаман нічого не боїться, дотикати чоловіка, чоловіка приносить. Ничего себе.